А вот Анастасия Кожевникова из маленького городка Южноукраинск, как и многие участницы кастинга, решила покорять Константина Меладзе его же песнями. Здравствуйте, Анастасия. Вы такая юная, сколько вам лет? 20. Да, хорошо выглядите. Хотите Виагру? Да. Пойте. Лицо совершенно не виагровское, но фигура у вас просто потрясающая. Мне очень понравилось. Игорь. На сцене есть такое качество. Люди или преображаются и становятся больше, прекраснее, мощнее, либо наоборот, сцена их, что называется, пожирает. Видно, что Настя получает удовольствие на сцене, что сцена ее не забивает, что она кайфует. Это дорогого стоит. Но все, так сказать, сомнения оставляю и при себе, и слышу твои. Я не могу сказать «да». Я могу сказать только «да, да, да». Да! 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 Нет, это наше общее! Проходите весьма уверенно. Уверенным шагом, Анастасия. Мы вам благодарны за ваш талант. Удачи вам во втором туре. Во второй тур вместе с Настей прошли еще 5 участниц.